Здравствуйте. События города и области в программе «Местное время» в студии Елена Жерлова. Главные темы выпуска. Да, передает сыну. Ну, очень похожий голос, но... А сын что якобы он говорит? Сын говорит: «Папа, я разбился». Отдал последнее, чтобы спасти сына. Жертвой мошенников стал пожилой ангарчанин. Воспитателей в детских садах не хватает, не хватало и не хватает. Где их брать? С такой заработной платой, которую мы на сегодняшний день платим медикам, преподавателям школ и дошкольных учреждений. Вот это вопрос надо решать. Вопросы к политикам. Региональные законотворцы встретились с сотрудниками крупных предприятий Ангарска. Мы не ожидали. Но когда мы увидели результаты, нам потом начали вчера друзья звонить, посмотрели новости, мы были, конечно, в шоке и в восторге. В награду не только богатый урожай. Результаты своего труда представили садоводы на традиционной ярмарке. Жертвой мошенников стал пожилой ангарчанин. На стационарный телефон 81-летнего пенсионера позвонил неизвестный. Представился сотрудником ГИБДД и сообщил, что его сын якобы попал в ДТП. Для урегулирования вопроса с потерпевшим злоумышленник потребовал деньги. Вопрос такой может быть. Вы платите ему полста рублев. Потерпевшему. И мы дело закрываем. Ну, потерпевшему якобы, да? Угу. Вы что ему? Что у вас нету такой суммы? Только... Я сказал, что у меня нет только такой суммы. Только 30 тысяч. 30 тысяч. Потом он передает телефон якобы сыну, да? Да, передает сыну. Ну, очень похожий голос, но... А сын что якобы он говорит? Сын говорит: «Папа, я разбился». Лжесын сообщил потерпевшему, что из-за полученных травм он плохо говорит. Пенсионер собрал все свои сбережения и передал их мужчине, который оперативно подъехал к нему домой. По описанию был составлен фоторобот злоумышленника. Следствием установлено, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Без экипировки и под градусом. Субботним вечером на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Институтской произошло ДТП. Мотоциклист выехал на красный сигнал светофора и врезался в рейсовый автобус. По данным сотрудников ГИБДД, байкер был пьян и ездил без шлема. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил тяжелые травмы. Закрыта черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. В крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Летом аварии с участием мотоциклистов участились, сообщают сотрудники ГИБДД. Поэтому стражи порядка периодически проводят профилактические рейды. В Ангарске появился агент дорожной безопасности. Его зовут Кот Катафот. Он задает ангарским ребятишкам вопросы о правилах дорожного движения. Получив правильные ответы, награждает ярким фликером. В такой игровой форме сотрудники местной ГИБДД, методисты Центра гармонии и юные инспекторы Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Зебра» готовят юных ангарчан к началу учебного года. В центре внимания и родители юных пешеходов. А родителям будут раздаваться точно так же листовки о необходимости, чтобы они разработали безопасный маршрут для ребенка, как правильно переходить дорогу, чтобы и сами, и с детьми это они все повторили, ну и так же, как дети, когда находятся в салоне автомобиля, чтобы пристегивали детей и были в специальных удерживающих устройствах. Такие акции для детей и их родителей с участием кота Катафота в Ангарске проводятся с мая этого года. Обсудить насущные проблемы и найти пути их решения. С работниками крупнейших предприятий города накануне встретился председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилко. Подробности в сюжете далее. Свою встречу с работниками двух градообразующих предприятий – Ангарской нефтехимической компании и электролизного химического комбината – секретарь регионального совета партии «Единая Россия» Сергей Брилко начал с обсуждения самых актуальных проблем – увеличение количества лесных пожаров, ухудшение экологической обстановки на Байкале, нехватка в Ангарске школ и детских садов – то, что волнует горожан в первую очередь. В городе посмотрите, пожалуйста, в первой поликлинике зайдите, посмотрите, терапевт, средний возраст терапевта – 50 лет. Медперсонала не хватает, медицинского персонала. Зарплата у медперсонала очень маленькая. Воспитателей в детских садах не хватает, не хватало и не хватает. Где их брать? С такой заработной платой, которую мы на сегодняшний день платим медикам, преподавателям школ и дошкольных учреждений. Вот это вопрос надо решать.
По словам Сергея Фатеевича, нормативные акты, регулирующие размер заработной платы работников бюджетной сферы, действительно требуют доработки. Федеральным правительством в этом направлении ведется активная работа. Многие еще помнят, когда в трудный для страны период без зарплаты сидели и бюджетники, и производственники. Здесь есть, конечно, молодые люди, не все помнят, что происходило на НХК в 90-е годы и начало 2000-х годов. Я это хорошо помню, я в это время работал заместителем губернатора Иркутской области. Я помню, как мы всем миром искали 9 миллионов тонн нефти, чтобы сохранить предприятие. Что здесь происходило? Здесь были остановки. И не только НХК страдала, у нас многие предприятия в Иркутской области стояли колом, люди месяцами, полугодиями не получали заработную плату. То, что ситуация в стране стабилизировалась, можно судить по уровню благосостояния граждан. Так, средняя зарплата на Ангарской нефтехимической компании составляет 60 тысяч рублей. Понемногу, но все же растут доходы работников бюджетной сферы, педагогов и врачей. Да и бюджет страны увеличивается с каждым годом. Если бюджет Российской Федерации в 2000 году был 829 миллиардов рублей, сегодня он 16 триллионов. Если даже мы будем считать эти деньги на инфляцию, то мы явно в два раза улучшили ситуацию по администрированию налогов и формированию бюджета. По мнению Сергея Брилки, достижению таких результатов способствует слаженная работа депутатов Государственной Думы. В преддверии выборов каждый россиянин должен будет принять судьбоносное для страны решение – изменить курс или двигаться дальше. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время. В ногу со временем. Ангарская нефтехимическая компания продолжает внедрение новых технологий, причем не только на производстве. Интерактивное и мультимедийное оборудование появилось в Музее трудовой славы. Накануне там прошел День открытых дверей. Вышли на качественно новый уровень. Проект о создании в Музее трудовой славы АНХК мультимедийного пространства был одобрен еще в 2015 году. Внедрение новых технологий в музейной практике поддержало руководство компании. В музее появились два интерактивных стола. Можно зайти на сайт АНХК и заглянуть в книгу почета предприятия, почитать статьи о производстве или посмотреть фотографии. У нас установлены мониторы, на которых мы можем историческую хронику просматривать. И, естественно, экскурсия, если проводится в нашем музее, то мы обязательно используем громкую связь. Современные гаджеты, отмечают работники учреждения, помогают более широко представить экспозиционный материал. Новое оборудование применяется сегодня во время презентации книги Людмилы Россовой «Влюбленные в жизнь». Писатель повествует о коллективе управления капитального строительства, иллюстрирует издание редкими фотографиями, которые нигде прежде не публиковались. Цифровой контент делает встречу более интересной. В памяти посетителей, среди которых потомки первых руководителей УКСа, остается яркий запоминающийся образ. В музее очень много, конечно, людей, которых я знал, которые работали с папой. Вот. Поэтому я благодарен, конечно, еще раз за эту книгу. Спасибо большое от меня лично и от всей нашей семьи Погосян. В следующем году в музее появится аудиогид. Экскурсии будут переведены на несколько языков. Посетителям понадобятся лишь смартфон и наушники, чтобы получить бесценные исторические знания. Как вырастить богатый урожай помидоров и в чем секрет сладости сибирских арбузов? Секреты дачного мастерства ангарчане узнали на ярмарке «Урожай-2016», которая прошла в минувшие выходные. Там же телекомпания «Актис» наградила призеров конкурса «Садовод с большой буквы». Какие призы достались героям наших сюжетов, узнаем прямо сейчас. В этом году участники традиционной ярмарки «Урожай-2016» заняли всю территорию главной городской площади. Удивительных размеров помидоры, огурцы и перцы местные садоводы давали попробовать на вкус, рассказывая о преимуществе разных сортов. Тут же продавали семена и саженцы плодоносящих деревьев, делились секретами обильного урожая. Этот год, по словам председателя клуба «Академия на грядках» Елены Целютиной, и впрямь оказался щедрым на плоды. Богатство нынешнего урожая отметила и заместитель мэра округа Марина Сасина. Вы труженики, вы просто, можно таким словом, если назвать, пахари. Потому что все это вырастить, это экологически чистый продукт. Это ваш бесконечный труд с раннего утра до позднего вечера.
ходе садоводческой ярмарки телекомпания «Актис» наградила участников телевизионного проекта «Садовод с большой буквы». Каждую неделю августа ангарчане с удовольствием перенимали опыт героев наших сюжетов, записывали названия лучших сортов, примечали элементы декоративного оформления участков. В течение августа месяца наша телекомпания представляла вашему вниманию свой традиционный телевизионный проект «Садовод с большой буквы». В телевизионных сюжетах мы рассказывали о людях, которые вкладывают всю свою душу в садоводческое творчество, которые выращивают на своих участках уникальные сорта, добиваются великолепных урожаев, которые превратили свои участки в настоящие оазисы красоты в чистом виде. Третье место в ходе зрительского интернет-голосования заняла Вера Монастырева, участок которой насчитывает около 50 видов овощей, ягод и декоративных цветов. На втором – Оксана Матвеева, сумевшая в суровых сибирских условиях вырастить капризные южные культуры. Ну а победителями проекта стали супруги Алексеенко, которые отказались от городской жизни, чтобы быть ближе к природе. Своими руками с нуля семья построила уютный загородный дом. Победы, если честно, не ожидали. Мы смотрели много сюжетов, я думала, если честно, победит либо семья нехороших, дача нехороших, либо виноград. Семья Матвеева. Мы не ожидали. Но когда мы увидели результаты, нам потом начали вчера друзья звонить, посмотрели новости, мы были, конечно, в шоке и в восторге. Традиционная ярмарка «Урожай-2016» продолжилась выступлением юных воспитанников Дворца культуры «Нефтехимик», многие из которых оказались внуками ангарских садоводов. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время. Еще не 50. Сольник известного музыканта Павла Скороходова состоялся накануне в Ангарске. Несколько часов бард радовал зрителей творениями собственного сочинения. Заодно рассказывал о себе, своем творчестве и людях, с которыми его столкнула судьба. Здравствуйте, друзья! Сегодня в зале самые близкие и родные люди для Павла Скороходова, те, кому близко его творчество. Среди зрителей те, кто соприкоснулся с его песнями впервые. Аккомпанирует артисту один из его друзей, гитарист Иван Матвеев. Концерт состоит из двух отделений. Первая часть вечера посвящена лирическим творениям о любви, дружбе, детстве. Запах прелых листьев в сентябре, ножички, ворчливая соседка, классы на асфальте трем в беседке, девочка напротив во дворе. Рассказывает бард о себе, вспоминает, как более 30 лет назад в поезде осваивал гитарные аккорды под руководством парня по имени Сергей. Взамен Павел обещал научить его пускать колечки табачного дыма. Лет 20 назад Сергея не стало. В память о нем Скороходов написал песню «Письмо туда». Как ты там, с кем делишь радости и горести свои пополам? Мы сочиняли, помнишь, песню о любви здесь, сейчас. Все эти наши эскапады ни к чему, мы здесь живем по одному, через решетки зрим во тьму. И даже попахать успехом немножко. Очень приятно, очень душевно, очень по-домашнему, по-семейному. Первую песню Павел попробовал сочинить еще в стройотряде. Это было совместное творение с приятелем о трагической любви. Писали карандашом на салфетке. Сейчас бард именно в песнях отражает свои личные переживания. И зрители это чувствуют. Я очень рада, что я сегодня была здесь. Я прикоснулась к творчеству, талантливого человека. Очень замечательного человека. Очень замечательного. И красивого. И внешне, и душой. Этот сольник Павел называет репетицией перед большим творческим концертом, который состоится через год, в августе 2017 года, когда известному барду исполнится 50 лет. Елена Мильвет, местное время. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Впереди вас ждет прогноз погоды и астрогид. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. До свидания.